И вот наша сборная движется. Саня, Урали, Спага. Саша, Урали. Рапову. Да, давай ты будешь с этим, а я с этим. А что надо делать? Не смотреть на себя. Вот так? Я у тебя объектив, на работу. Да. О, она сидит. Спортивщица. Смешки в строю. Забыли посмеяться, она вообще озверела. Да? Кто мне заберет эту штуку? Я мазан не доверяю. А чья это? Наша. Романа. Нет. Не люблю фотографировать. Ребята, Рома, ну вы что? Для этого и это сюжет. Я хочу забыть. Вперед, пацана, пожалуйста. Пацана, вперед. Пацана, вперед. Вы задолбали, а? А где второй пацан? Вот он, вот он. А мальчик где? А кто там дальше? Нет, это сейчас наруха, не говорят, что это где будет. Видите, вообще какие-то рекламы огромные. Красивейшее место. Мальчик, я с девушкой не обрал. Сажайте второго на первого. Вот плотная матрешка. Саша, смотри, если я А что тут ничего не показывает? Так должно быть? Андрей? Ведь картинки нет, это так должно быть? Он отрубает экран после здесь какое-то время. Все, понял. Кого, это американцев? Нет, я все это. Вот мама мальчика. You're welcome! Израиль, то есть Франция сидит у нас на шее, блин. Сука. Особы женского пола. Доктор, все записывай. Отборные особы женского пола. А этот фашист бельгийский пьёвый пьёт, пожалуйста. Доктор, ну, ненавижу его. А?
Что его за что? Что он тебе плохого? А чего они теракт устраивают? Они? Да. Говорите, доктор, говорите. С моей точки зрения, бельгийцы устраивают теракты. А ты заснял этот факт, где Франция через у нас нашла? Гордишься? Гордишься, а? А ты нет? Я себе. Тормози запись. Да. Тормози запись, одна обратно часа. А, так куда нажать? Сбоку? Так, нет, наверх. Опять с флагом не повезло. Александр. Жарко, мне светило спина. Потел? Да. Переверни ему. Опять же, за того, да?